В российском и зарубежном шоу-бизнесе есть много красивых пар, но от развода не застрахованы даже знаменитости. Подборка звезд, которые расстались летом 2018 года, в сегодняшнем видео. В начале августа развелись Евгений Петросян и Елена Степаненко. Юмористы прожили в браке 33 года. Предположительная причина развода – роман Петросяна с помощницей Татьяной. Сейчас супруги делят совместно нажитое имущество общей стоимостью 1,5 миллиарда рублей. Еще один громкий развод – расставание Риты Дакоты и Влада Соколовского. Причиной стали многочисленные измены Влада. Имен любовниц Дакота не назвала, но известно, что среди них были общие знакомые пары. Дочь Мия осталась жить с матерью. Вслед за Дакотой о разводе в Инстаграм заявила и Оксана Акиньшина. Актриса написала, что в последнее время стало модным оповещать поклонников о разводе лично, при помощи соцсетей. К тому же такие посты могут минимизировать распространение неправдивой информации в прессе. Святослав Ещенко с супругой Ириной прожил в браке 20 лет. Однако, как заявил юморист, в последнее время жить с женой, которая действовала ему на нервы, стало сложно. Поэтому они решили развестись. Александра Бортич вышла замуж за рэпера Мерза в 2016 году, но брак оказался недолгим, и летом 2018 года они развелись. В середине июля брак Павла Грудинина с его женой Ириной был расторгнут. Ирина тяжело переживает развод и даже попросила суд дать ей время на примирение с супругом. Отметим, что Грудинин долгое время втайне от законной супруги содержал вторую семью. Певица Риана рассталась с арабским миллиардером Хасаном Джамилем. Отношения пары длились около года. Сам Джамиль не ожидал, что звезда его бросит. Но Риана оказалась не готова к серьезным семейным отношениям. Бен Аффлек и продюсер Линдси Шукус прекратили отношения этим летом. Пара рассталась на дружеской ноте. Причина – отношения звезд не пережили испытания расстоянием. Еще одно расставание лета 2018 года. Актер Джошуа Дюмаэль и Эйза Гонсалес. Их роман продлился 5 месяцев. Отношения знаменитостей не сложились из-за разных графиков и постоянных разлук. В начале августа после 9 лет отношений расстались Владимир Кличко и голливудская актриса Хейден Панеттиер. В отношениях с Кличко у актрисы родилась дочь. Также рекомендуем вам посмотреть видео «Фиктивные браки российских звезд». Ссылка в описании. Если вам понравилось видео, ставьте лайк и подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новые выпуски.